Семен Степанович ехал домой. Добравшись до своей стоянки, он вышел из машины и направился к дороге длиной 50 метров, идущей прямо к подъезду. Семен Степанович работал большим начальником. В его подчинении находился отдел из 25 человек на крупном госпредприятии. 15 женщин и 10 мужчин. Подчиненные откровенно боялись Семена Степановича. Тот обладал особым талантом разговаривать с ними упреками и оскорблениями. После такого разговора человек чувствовал себя так, будто его облили помоями. Работники подходили к начальнику только в случае крайней необходимости. Да и вообще опасались даже смотреть в его сторону. Семен Степанович был франтом. Всегда носил дорогой, светло-серый костюм-тройку и коричневый галстук. На голове сидела фетровая шляпа. Ему было слегка за 40. Он был абсолютно уверен в своей непогрешимости, полон под завязку спеси и желания разговаривать со всеми сверху вниз, сквозь зубы. «Свинья конченая», – называли его между собой подчиненные. Короче говоря, он был совершенно состоятельным, состоявшимся и самодостаточным человеком. И какое-то там мнение других людей его просто не интересовало. Может, поэтому он и был до сих пор не женат. Соседи издалека приветствовали его. Свинья конченая имел связи и мог как помочь в случае необходимости, так и навредить. Семен Степанович нехотя кивал в ответ и приветственно поднимал правую руку, прямо как на трибуне. Дорога к дому шла через малюсенький скверик, а потом переходила в еле заметную тропинку, огибавшую впритык большое старое здание, стоявшее уже пару лет пустым и ожидавшее сноса. Семен Степанович уже собирался ступить на дорогу в скверике и вдруг замер. На его пути сидел малюсенький серый котенок. Он открывал свой крошечный ротик, и ему казалось, что он очень громко кричит. А на самом деле он не издавал ни звука. Впрочем, его поза и выражение глаз были полны ужаса и отчаяния. «Вот незадача», – подумал Семен Степанович, собираясь его обойти. Он уже открыл рот, чтобы крикнуть на наглеца. Но тут... Тут перед его глазами, ярко, будто на экране телевизора, появилась картина из его собственной жизни, и дыхание мужчины сжалось и застряло где-то под левой лопаткой. Он увидел, как отец отчаянно лупит его большим кожаным ремнем за очередную провинность, а мама... Мама сидит в уголке и, закрыв лицо руками, рыдает. Она боится подойти к сыну и заступиться, потому что отец бьет и ее. Потом избитый малыш забирается в угол квартиры, и к нему подходит его единственный друг, который никогда не боится поддержать его – старая кошка Алиска. Она прижимается к нему и гладит его детскую щечку своей мордочкой и мягкой лапкой. Она сладко мурлыкает и успокаивает его. И забравшись в кровать, маленький Семен Степанович засыпает, прижав к себе теплое и родное существо. Сам не заметив, как это вышло, Семен Степанович опустился на колени. Маленький серый котенок бросился к нему и забрался в ладонь. Он потерся головой о его пальцы и благодарно мяукнул. «Ну ты, однако, как же это? Так нельзя. Надо бы обсудить», – начал Семен Степанович, но малыш улегся на ладони и тихонечко засопел. Мужчине показалось, что пока он вспоминал детство и подбирал котенка, прошла вечность, а на самом деле всего 10-15 секунд. Держа в левой руке портфель, а в правой котенка, он медленно двинулся к тропинке, огибавшей старый заброшенный дом. А когда до дома осталось всего каких-то 10 шагов,
земля содрогнулась. Огромный старый дом осел как-то внутрь самого себя, обдав все вокруг клубами едкой белой пыли. А когда она рассеялась, Семен Степанович увидел, что прямо на тропинке, где он должен был оказаться 10 секунд назад, лежит большой балкон. Огромный и тяжелый балкон. Семен Степанович почувствовал, как подогнулись его ноги, и он, опустившись в пыль и не имея сил оторвать взгляд от пролетевшей мимо смерти, сказал: «Вот оно, значит, как! Вот оно, значит!» Медленно поднявшись с колен, он положил пушистого малыша в карман и пошел домой, с трудом переставляя ставшие ватными ноги. А на следующий день... начальник отдела впервые за 20 лет опоздал на работу, и секретарша уже собралась ему звонить. Собственно, она уже набрала номер телефона. Но дверь открылась, и в нее вошел незнакомый молодой человек в джинсовой курточке и светлых брюках. «Вам кого?» – недовольно спросила секретарша, но в этот момент телефон в его кармане зазвонил, и ее глаза округлились от неземного удивления, а челюсть медленно опустилась вниз. Незнакомый мужчина улыбнулся какой-то приятной и обезоруживающей улыбкой. Он подошел ближе и сказал: «Извините, пожалуйста, я опоздал». «Боже мой!» – сказала секретарша. «Я вас не узнала. У вас совершенно непохожее лицо. Да и запах...» «Ах, запах!» – улыбнулся Семен Степанович. «Это я вчера коньяк пил. Знаете, такой хороший коньяк. У меня вчера день рождения был. Правильный день рождения». Секретарша вскрикнула и, сначала схватившись за голову, стала рыться в блокноте. Но Семен Степанович взял из ее рук блокнот и отложил его в сторону. «Не ищите», – сказал он. «Это был день рождения, который случается раз в жизни. Самый правильный день рождения». Весь офис, все работники замерли. «Друзья мои», – сказал он громко, чтобы все услышали, – «помогите мне, пожалуйста». И, сняв с плеча большую сумку, стал составлять вместе несколько столов. Женщины и мужчины отдела, сначала онемевшие от удивления, пришли в себя и бросились ему помогать. А потом Семен Степанович достал из сумки 2 бутылки шампанского, 3 бутылки французского коньяка, вслед за ними огромную кучу закусок, а под конец – большой шоколадный торт. Кто-то сказал, что у него есть одноразовая посуда. Но начальник уже доставал из бездонной сумки красивые тарелки и хрустальные стаканчики. А потом, когда все уселись за стол, он сказал такие слова: «Друзья, простите меня. Простите, Бога ради. Я знаю, что был свиньей конченой, очень хорошо знаю». И, остановив дружно возражавших, продолжил: «Но я постараюсь, я очень постараюсь. Я вам обещаю, я буду теперь человеком. А первый тост уж позвольте великодушно поднять мне. Я хочу выпить за моего единственного друга детства, за мою любимую кошку Алиску. Я не забыл тебя, моя хорошая. Спасибо тебе за все». Он поднял бокал с коньяком куда-то вверх и улыбнулся такой милой и приятной улыбкой, какую его подчиненные никогда не видели. А потом они пили и танцевали под музыку, и Семен Степанович танцевал лучше всех. «Я ведь еще не старый!» – кричал он. «Я ведь еще ого-го, что могу!» – и заразительно смеялся. А Элеонора Марковна, светская львица, как она сама себя называла, и по совместительству дама, постоянно находящаяся в процессе поиска, толкнула соседку под столом ногой и сказала: «Боже мой, какой мужчина! И как я раньше не замечала, что он такой красавец!» И это томно вздохнула. Другие женщины тоже смотрели на Семена Степановича восхищенными глазами, а мужчины немножко ему завидовали.
а Элеонора Марковна наглым образом танцевала только с ним уже третий танец подряд. И нечего здесь смеяться, честное слово, ведь она тоже имеет право на счастье. А счастье, я вам скажу, это дело такое. Это когда родишься заново, и у тебя правильный день рождения. Именно тот, который случается только раз в жизни. И вот ты рождаешься другим человеком. А ведь это так важно – родиться человеком и остаться им до конца.